были мальчик и девочка, Саша и Даша. Они были брат и сестра. Однажды они весело играли во дворе. Саша достал из кармана конфету, которую захватил с собой из дома, развернул ее, быстро сунул в рот и бросил фантик на землю. Даша, видя, как весело, подхватил ветер бумажку и понес ее на дорогу, сделала со своим фантиком то же самое. Ребята весело засмеялись и хотели продолжить свою игру в догонялки, но тут увидели, как дворник с метлой в руках поднял брошенные ими фантики и печально покачал головой. «Разве можно так поступать? Кто же из вас вырастет?» «Я буду принцессой!» «И я буду принцем!» Каждый маленький ребенок мечтает стать принцессой или принцем. Но какая польза от принцесс и принцев? Вы бы лучше подумали, какую профессию вы себе выберете, когда вырастете. Профессию? А что это такое? Она вкусная, большая? А почему она так называется? Вы не знаете, что такое профессия? Но вы же уже такие большие. Каждый человек в этом мире приносит пользу другим, делая свою работу. Доктора лечат заболевших людей, водители водят автобусы, кондитеры пекут вкусные десерты. Но дворник не успел договорить. Ребята перебили его. Фи, это же скучно! Мы будем веселиться и играть, и всем все приказывать. Дворник снова печально покачал головой и стукнул своей метлой по земле 3 раза, а потом произнес волшебные слова. «Закрутись весь мир на месте, взвейтесь ветры надо мной, пусть профессии, как звери, убегут все до одной». И в этот миг все вокруг стало кружиться вокруг ребят. Летали дома, деревья и даже качели с детской площадки. Даша и Саша от страха закрыли глаза ладошками и прижались друг к другу. Когда все стихло, они открыли глаза и увидели, что все стоит на своих местах. Но что-то было не так. На улице было много мусора, стоял ужасный запах. Фу! Почему здесь никто не убирает? И ребята решили пойти домой. Играть им уже не хотелось. Мама, а можно нам что-нибудь вкусненькое? Увы! Вы же знаете, что у нас в городе пропали все профессии. Люди разучились делать полезные дела, они забыли свои профессии. Даша и Саша расстроились и пошли гулять. Ведь дома было скучно. Город стал совсем другим. Никто не подметал дорожки, на клумбах не росли цветы. В мире существует много профессий. Например, кассир в театре или спасатель МЧС. Но самое страшное было то, что пропали и воспитатели в детском садике, и учителя. Больше некому было учить детей полезным вещам и грамоте. Ведь учитель – это тоже профессия. Учителя учат детей считать, читать, писать. Рассказывают им о том, как устроен наш мир, каким он был раньше и многое другое. А воспитатели учат самых маленьких очень нужным вещам – лепить, рисовать, учить стишки, танцевать. Даша и Саша посмотрели друг на друга и поняли, что они сделали большую глупость и обидели дворника. Ведь профессии действительно важны и нужны, и каждую профессию
нужно уважать. Ну как теперь вернуть все обратно? Может, нам просто нужно исправить нашу ошибку? Мне ж папа с мамой всегда говорили: если ты сделала что-то не так, надо просто попросить прощения и исправить свою ошибку. Да, точно. Ребята оглянулись кругом, но дворника нигде не было. Только горы мусора. Ведь мало кто бережет труд дворника, и многие просто бросают мусор на землю. Даша и Саша увидели, как среди этого мусора лежат и их бумажки от конфет. Саша поднял свою бумажку, выбросил ее в мусорное ведро и сказал: «А вот когда я вырасту, я стану поваром». «Это здорово! А я буду художницей!» И тут случилось чудо. Все вокруг снова закружилось и завертелось, и через минуту все вернулось обратно, как будто ничего и не было. И ребята взялись за руки, чтобы пойти домой, помочь маме готовить и убирать в доме. Они больше не хотели быть принцессой и принцем. Они поняли, что существует много интересных и полезных профессий, и каждый ребенок и взрослый может выбрать себе ту, которая ему понравится больше всего. Но самое важное то, что каждая профессия приносит другим людям пользу.